Морская сказка, она очень интересная, хорошая, красивая, дружелюбная. Мне больше всего понравилось, что тут это осьминог, и он это всем радость дарил, он был добрый. То, что красивый. То, что он красивый. Блестящий. Блестящий, да. То, что он, можно сказать, магический, это волшебный осьминог. И еще мне понравился кит, он это радужный. Мне понравилась книга, потому что в ней позитивные и положительные персонажи. Больше всего мне понравился дельфиненок. На своем день рождения он дарил всем радость и заботился о них, о своих гостях. Просто класс!